Привет всем! Обзор сидений для унитаза дюропластовая Самара с микролифтом 1,5 килограмма. Артикул, как я понимаю, 209 855 27. Вирквин фирма, а производится Владимирской области, в городе Костерево. ООО Вирквин, Виркан Рус. Виркан. А, это считается Вирквин. Я думал Вирквин. Ну, будем Вирквин. Как написано, Вирквин. Так, ничего особенного в нем нету. Дюропласт вроде как потверже, чем полипропилен, но на самом деле и полипропилен довольно крепкий. Так, вот размеры можете сами посмотреть, я не буду их называть. 1,5 килограмма, ну, по-моему, это нормально, ни много ни мало, хотя точно я их не измерял. Вот тут надпись, если не видно, Виркан Дизайн Франция. Резиночки, мне кажется, будут вываливаться. Они все время вываливаются. И сюда еще может грязь забиваться. Неплотно. Лучше бы как-то плотно их насадить, чтобы они были навечно здесь сидели. Не нравится мне вот этот элемент, да вообще во всех сиденьях дюропласт, он, видите, жесткий такой, на стекло похож, ну или на плитку, больше на плитку. Ну я как бы, по мне без разницы, полипропилен, дюропласт. Дюропласт хрупкий вроде, он трескается, как, очень хорошо трескается. Так, вот такое сиденье. Вот место крепления. Здесь мне сразу не понравилось. Пластиковый болт. И еще мне не нравится резьба мелкая, то есть медленно накручивать, хотя это ничего не дает. Нужно крупнее резьбу делать. Я не понимаю, почему они крупнее не делают резьбу. Крупнее и больше шаг. То есть, чтобы ты так раз-раз и закрутил. Ну, может быть, какая-то недоработка. Может, я не понимаю, в чем смысл вот этой неудобной закрутки. Так. Ну, здесь, как видите, есть правая и левая. Вот она. Здесь можно... Так, это вот регулируется, вынимается. Сейчас пока мне это не нужно. Сейчас. А, вот это снялось с другой стороны. Вот видите, R. Right, и здесь air right. То есть это сюда должно остановиться. Отсюда она вытаскивается. Эту можно вытащить втулку. Там пружинка, как я понимаю. Все. Как в деле будет уже, я отдельно сниму. Дизайн круглый. Вот такой вот округлый. Мне нравятся больше такие квадратненькие, полукруглые, квадратненькие формы. Ну, более такие строгие, мне кажется. Когда вот чисто вот такое все круглое, по мне не очень.
Вот, как видите, такой округлый нос. Я бы сделал немножко острый, более угол такой острый, закругленный, такой квадратный, но с небольшим радиусом. Мне кажется, это симпатичней так делать. Ну, кому как нравится, наверное. Так, быстро съема нету. Быстро съем, это здесь со штырька. Быстро можно снять и помыть. Стоит от 1000 до 2000. Быстросъем уже идет где-то с 3000 рублей, по-моему. Ну вот, прокладки такие. Гайки, которые с мелкой резьбой, как я уже сказал. И еще прокладки. Хорошо, что 4 прокладочки. На этом все. Как будет работать, уже посмотрим на месте. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Всего хорошего.